На этой неделе по всему миру отмечали, пожалуй, самый романтический праздник – День всех влюбленных. Любимым и дорогим людям по традиции устраивали сюрпризы, дарили цветы, мягкие игрушки и, конечно же, валентинки. Однако таким 14 февраля в этом году, к сожалению, выдалось не у всех. Вечер в одной семье в Борисовском районе омрачила трагедия. Продолжит мой коллега Михаил Перетокин в рубрике «Происшествия». Здравствуй, Миша. Здравствуй, Наташа. Читала об этом в интернете. Насколько я поняла, жена убила своего мужа, причем зарезала ножом в самое сердце. Ну, вот такой подарок на 14 февраля. Делать такие громкие заявления, пока идет расследование, неправильно. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. По версии следствия, вечером 14 февраля между супругами, находившимися в приподнятом настроении, произошла ссора. В итоге жена ударила мужа ножом в область сердца. Мужчина скончался на месте еще до приезда медиков. Было ли это преднамеренное убийство или несчастный случай, пока не ясно. Мы выехали на место трагедии и поговорили с соседями. Вот что они рассказали о семье. Нормальные люди, нормальные. Но только что они в последнее время выпивали сильно. Но чтобы у них была война, скандалы, драки. Не было у них такого, чтобы там сильно, вот я не знаю. Добавлю, сейчас подозреваемая задержана. Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.